Открытие экологического мероприятия у пятой школы прошло в торжественной обстановке. Для участников был организован настоящий праздник. Выступление местных артистов, развлекательная программа с танцами и конкурсами и, конечно, угощение. Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно и уже стала традиционной. Юбилейная дата, 10 лет с того момента, когда данная традиция была, ну, я не знаю, объявлена, учреждена нашим губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. И действительно, с той поры это, может быть, и сугубо прикладной историей, когда необходимо было высаживать восстановительные саженцы для леса, пострадавшего от жука-короеда. Сейчас это приобрело и какой-то патриотический оттенок, и, в общем-то, оттенок любви к малой родине. На сегодняшний день мы планируем высадить порядка 700 кустарников и деревьев различных. Акций продлится до 30 числа, и нами будет высажено на территории Ленинского городского округа, города видно, свыше 3000 деревьев. Все желающие принять участие в акции были обеспечены перчатками, ведрами и лопатами. Начинающим садоводам специалисты подсказывали, как правильно сажать дерево и кустарник. Самое главное – полив, чтобы вода уходила прямо в корневую систему. Надо выкопать ямку побольше, пошире, чем корневая система. Присыпать землей плодородной снизу, потом после посадки сверху, ну и качественно поливать. В принципе, технология простая. Вдоль забора учебного заведения было высажено около 200 растений, несколько видов кустарников и деревьев. Очень даже радует, потому что мне приятно, что в нашем округе это уже стало традицией. В принципе, каждый год мы высаживаем тот лес победы, посади свое дерево. Да? Поэтому я считаю, что это очень хорошая акция, она нужна и должна быть. А тем более, что район так развивается, округ, что везде, в принципе, нужны посадки. Жители 6-го микрорайона также активно присоединились к экологическому мероприятию. Начальник территориального отдела Олеся Боева рассказывает, площадки для посадок выбирали с учетом пожелания жителей, как и виды деревьев. На улице Фокина посадили клены, а Завидную аллею будут украшать 20 берез. На нашей территории 6-го микрорайона также проходит эта акция. И уже не первый раз, не первый год, это с 2014 года. Уже даже все жители нашего микрорайона знают об этой акции, принимают активное участие. Все запросы, где посадить деревья, активно, значит, и пишут, и говорят, и участвуют. В этот день деревья сажали не только жители микрорайона, но также волонтеры и участники программы «Активное долголетие». И очень хорошо, что это возле детского садика. Детям будет тень со временем, я думаю. Деревья довольно большие. Так что это хорошая очень акция, нужная, полезная для города. У нас-то город и так зеленый, но здесь вот в новых районах надо получше озеленить, я думаю. В день открытия экологического мероприятия деревья сажали сразу на нескольких площадках. В поселках Володарское и Дрожжино, в Молокове и Развилке. Самая масштабная в округе высадка была возле деревни Андреевская. Для этой территории было подготовлено более 1000 молодых сосен. Акция продлится до 30 сентября. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.